spinningline.ru. Рыбку мышкой. Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Вадим Комиссаров, и я рад вас приветствовать на канале Spinningline. В последнее время все большую популярность среди рыболовов набирает ловля по принципу «поймал-отпусти», неотъемлемой частью которой стал лип-грип, или по-другому челюстной захват. Сегодня в нашем обзоре представлен Salma Professional Fish Gripper, который удобен при извлечении трофея из воды и удержании при дальнейшем фотографировании. Давайте поближе его рассмотрим. Этот аксессуар имеет длину 28 см и весит чуть более 270 граммов. В связи с тем, что инструмент часто контактирует с водой, основные элементы выполнены из нержавеющей стали и пластика, не подверженных коррозии. Ручка прорезиненная, что способствует уверенному хвату и снижает скольжение даже во влажных руках. В торцевой части есть отверстие со страховочным шнурком. Такая страховка необходима, чтобы не выронить инструмент в воду. Сам шнур регулируется пластиковым кнопочным фиксатором. Он не дает соскользнуть лип-грипу с руки. В заглушке инструмента расположена небольшая рулетка для измерения ваших трофеев. На ней есть шкала в сантиметрах и в футах. В метрической системе длина линейки составляет 1 метр. Такое дополнение может быть полезным для спортсменов, которые делают замер пойманной рыбы. Чтобы привести устройство в рабочее состояние, необходимо нажать на двойной курок. Ход курка достаточно плавный и не требует значительных физических затрат. При этом разжимаются металлические губки, которыми рыба подхватывается за нижнюю челюсть и крепко удерживается под своим весом. Еще одним полезным дополнением являются встроенные механические весы. При поднятии рыбы из воды из-под ручки освобождается шкала, по которой возможно определить вес трофея. Взвешивание происходит либо в килограммах, либо в либрах. Весы рассчитаны на груз до 22 килограммов. Осталось лишь добавить, что ссылку на данный товар вы найдете в описании под видео. А чтобы не пропустить новые, интересные и полезные обзоры, не забудьте подписаться на наш канал. А на этом я с вами прощаюсь и до новых встреч на канале Spinningline.